Евгений Додолев пригласил в свой рыбацкий домик актрису из великой династии. Анна Терехова в студии «Золотой рыбки». Просто савовна. С ней можно запросто обсуждать не только поведение именитых режиссеров. Был достаточно грубоват, жестоковат. Ой, ну давай еще раз, давай еще раз. Итак, раз 25. Но и собственные эмоциональные зигзаги. А вам приходилось когда-нибудь орать на кого-нибудь, наверное, все-таки в жизни? И орать, и плакать, и что угодно, и истерить. И еще много чего. Наблюдаете за телевизионными киноновинками? Иногда лежу и смотрю, думаю, о, как интересно там все. «Золотая рыбка» Анна Терехова. Премьера. Мне присылают какие-то автографы мамины на каких-то книжках или открытках, или афишах с благоговением каким. Смотрите в пятницу в 0:25 на телеканале «Москва». Доверие.